Здравствуйте. Мы находимся рядом с мемориальной доской, на которой выбиты 52 фамилии учеников, погибших во время Великой Отечественной войны. Мы знаем, что этот список не полный, поэтому мы обращаемся к Алине Филюшкиной, которая активно занимается поиском имен. Алина, будут ли к 9 мая 2020 года список фамилий на мемориальной доске увеличен? Да, будет внесено имя Сергея Пузакова. Куда вы обращались? Мы обращались в Останкинский районвоенкомат, но, к сожалению, они не имеют нам сведения уже много лет. Также мы обращались в Центральный архив Министерства обороны, который дал нам сведения и помог нам найти нужные сведения. Мы посылали запрос также в Пенсионный фонд Российской Федерации. Какие трудности встречались в поисковой работе? К сожалению, у нас очень мало сведений о наших выпускниках. Есть только имя и фамилия. И к тому же, когда я прокручивала имена на сайте ОБД «Мемориал», имя Семенова Юрия повторяется более 100 раз. Очень сложно найти и понять, кто именно наш выпускник. А какие успехи? Удалось найти имя Сергея Пузакова, но это произошло случайно. Также прокручивала на сайте ОБД «Мемориал» и наткнулась на надпись «Призван Ростокинским РВК». А этим военкоматом призывали все наши выпускники. Они учились в нашей школе. Должны быть данные в архивах московского образования. Да, но, к сожалению, все архивы были уничтожены в связи с поступом немцев к Москве в 1941 году. Как вы получили данные о Сергее Пузакове? Мы подключили на сайт ОБД «Мемориал и память народа». Также для того, чтобы точно узнать нашу информацию, мы ездили к ветерану нашей школы Марии Семеновне. Она нам очень помогла, теперь мы знаем точный список из 10 имен погибших выпускников 1937 года. А как же РВК? Мы обращались, но они не принимают наши запросы, точнее не отвечают на них. Мы ездили в ноябрьские каникулы прямо к ним. Они снова не хотели давать нам сведения, но мы им показали документ, подписанный министром обороны о рассекречении информации о военнослужащих. Только тогда они приняли наш запрос, поставили печать, тем самым подтвердив, что они его приняли. Мы надеемся, что они в скором времени нам ответят, потому что это сведения из Останкинского военкомата очень нам важны. При призыве к военнослужащим они записывали всю точную информацию. Имя, фамилия, отчество, точная дата рождения, адрес и куда он был послан. Поэтому мы очень надеемся, что они нам ответят. Спасибо. На этом все. Желаю вам дальнейших удач в поисковой работе.